阿哥怎么了？他不相信。哎，我给老头。Дмитрий Ликс. Твоя карта. И роль. Скажите, пожалуйста, потому что в шутку назвала. Очень сильно поменять свою РП роль. Дин. Да. Я ты тоже? Тебя. Можете лучше роль поменять. Роли мы попробуем разные с тобой. Слава открой. 8-12. Ну-ка, если считалочку, кого бы я выбрал из всех вот девочек? Дина, ты будешь шишел, вышел, дернул, вышел. Я ВК сейчас раскидаю. На четверочке опять. Дин. Да-да-да. Я считалочку бедная делаю, Дина. Кого я выберу, смотри. Шишел, мышел, пернул, вышел. Нормально, почти правильно считал. Антисептик. А? Водичку пить не забывай. А нихуя ты мне шутку придумал, заску. Красава, блядь. Ты проститутка. Да, на пас. Мерным покоренным жителям. У меня есть 2500, поебемся. Благотворительный дело. Женщина с низкой социальной. А что мне больше тебе подают сегодня? Что происходит вообще? Это потому что у тебя вермишель ебаная на голове. Да, мой большой, тебе еще не досталось. Ребят, всем привет. Здорово. Вот. Мне не понравилось первое. У тебя сзади кот. А спереди киска. А у третьего стрима одна роль. Я поиграла со вторым. Дамы и господа, рад приветствовать сегодня. Короче, нормально сегодня. Тут есть блатные чики, блатные пацанчики, так сказать. У них-то глаза это такие как будто маленькие за камеры. В принципе, все просто. Нормальный пацан, ёпта, бля. Нормальный мальчик. Блять, хпы нахуй. Чья там киска мяукает? Единичка, а что бы выбрала, бутылку или микрофон? Бутылку, чтобы тебе в жопу засунуть, блядь. Ух, куча слип-флап. Выражайтесь, пожалуйста, культурно. Дмитрий Ликс. Ну что я могу сказать? Дмитрий и Смолдикс. Смолдикс. Такой Смолдикс. Что яички из твоего рта будут вываливаться, не сможешь забрать обратно язычком. Короче. Нихуя Димон развелся. Что? Сперму вытри с очков, пожалуйста. А то я забыл. Короче, девочки хорошо поговорили. Русский рабочий, мне понравилось. Анекдотик есть небольшой для вас, ребятки. Короче, расклад следующий, блядь, я только прочитал, забыл его. Старость не радует, братишка. Снял, короче, Петька штаны и Чапаев ему сзади как пам, короче, и говорит, вот Петька, смотри, у тебя хуй в жопе, и у меня хуй в жопе, но есть нюанс. Сильно. Сказал, как отрезал, блядь. Хуйня, анекдот, блядь. Я не смотрел это. Все девчонки как будто бы ведут себя как терпилы, а терпила я одна тут только, понимаете? Нет, еще номер 7. Да так, открой рот на секунду. На секунду. Не по сезону шелестишь. Я не хочу. Не, чуть-чуть. Не, вот так. Вот чуть-чуть. Как? Зачем? Открой. А тебе хуй сейчас тут ставят. Не влезет. Не, твой влезет, даже если не будешь открывать рот. Надо, Ликс. Пожалуйста. Ты не больно. Почему двоечка? Покажи. Нет. А закрой теперь глаза. Открой рот, закрой глаза. Чего-нибудь чувствуешь? А-а. И 11-й вопрос тебе такой, смотри, короче, есть два стула, на одном хуи дрочёные, на втором хуи дрочёные, куда сядешь? А я вижу, у тебя уже дома два занято. А я, блядь, тебя посажу на один из них. Против кого-то? Секундочку. У меня фура на Владивосток уехала, бизнес там типа мутим. У меня шкура уехала во Владик. Алло, Илюха, встретили фур. Дима, твоя шкура сейчас в Питере. Илья, кого ты выставляешь? Разделать надо. Люблю играть с магой, он не... Ситуация на самом деле сложная. А кто сейчас поднят? 7, 5, 2, 3, 9, 12. Я тоже, кстати, немножко поднят. Если что. Я бы, честно, я бы, наверное, вставил пятерки. А что, ну, вставил? Руку я бы вставил, честно. Нихуя по локоть пройдёшь. Руку? А я думала, 7, 5, 2, я думала, Диман пошутит, типа, и все, записал, Дина, твой номер. Так.